Всем добрый вечер. Плюсики, пожалуйста. Вот на красивой цифре 100 у нас остановилось количество участников в тот момент, когда нужно было стартовать вебинар. Вот. Вижу, что многие переживают, что у нас меньше стало. Ну, так как говорили, уже до финиша в 3-6 раз меньше дойдет вас. И это совершенно нормально. Вот. Сегодня у нас урок по SEO. Я его просто открываю. То есть сегодня вы меня после вот первых 5 минут больше не услышите. Сегодня перед вами выступит Андрей, поэтому пока у нас с вами есть вот 5-7 минут на то, чтобы просто пообщаться, пожалуйста, напишите, у кого может быть какие-то ощущения после того, как вы делали макеты, и может быть какие-то вопросы именно по тем темам, которые мы с вами разбирали, например, вчера. Так, допустим ли такой каркас, допустим ли такой способ позиционирования 4 маленьких девов в одном большом? Да, разумеется, это допустимо. Так, давайте эту картинку уже уберу, а то тут написали, что они размножаются. Сейчас, чтобы вас этим не смущать, запущу доску для рисования. То есть, смотрите, 4 маленьких дива в одном большом. Это совершенно нормально, вопрос того, чего вы хотите достичь. То есть, вот, Майя, вопрос, какую разметку вы хотите получить. Если вы хотите сделать дивы, расположенные так, как в лендинге, то вы рисуете... А, да, кстати, Андрей, спасибо большое. Вот, вы смотрите, делаете адский диф, обертку, это всегда стоит делать. И если вот как в том PSD-макете лендинге вам нужно разместить дивы вот так, то с помощью позиционирования Relative и Absolute делать их не надо. Да, то есть это float lab. И вот если мы говорим, вот теперь я понял вопрос по поводу макета дерева, там дивы стоят вот так. Вот смотрите. Вот так вот дивы стоят. Да? Значит, соответственно, здесь есть разные вариации. Но самая лучшая вариация – это, ну, два метода есть. Вот кто из вас как считает, что лучше здесь, float или inline block, или position absolute и position related? Проверка понимания темы. Как лучше такую разметку ставить? Флотами, дисплеем или позишеном? Отлично. Да, пока все ответы абсолютно верные. Вот один ответ inline-блок. Смотрите, в чем проблема inline-блока. Inline-блок свойство хорошее, спору нет. Но inline-блоком можно выравнивать только те элементы, у которых заранее одинаковая высота. То есть, если вы должны рядом поставить 3 дива, и вы знаете, что они там по высоте, условно говоря, каждые 200 пикселей, нормально, вы можете ставить inline-блок. Но в том случае, если... У вас высота этих дивов вычисляется автоматически, то есть зависит от того контента, который в них находится. Ну и условно говоря, да, там теоретически какой-то див может получить в себя чуть большую картинку или чуть большее текстовое описание. То если вы сделаете дисплей inline-блоком, и у вас высота этого дива будет больше, то произойдет вот такое неряшество. Они будут стоять вот так. Вот. И это может оказаться для вас большой неожиданностью. А вот если вы делаете флотом, то все будет гораздо приятнее. То есть тогда они будут стоять вот таким вот образом. Они будут выровнены не по вертикали, а они будут прижаты как бы все к верхнему краю. Именно поэтому способ, когда вы делаете флотом, является более надежным. Вот, и его лучше делать. Вот, почему спам не получается позиционировать диви отступами, если задать display inline block, то нормально. Эту тему мы с вами просто не разбирали, но... Дело в том, что строчные элементы зачастую игнорируют вертикальные маржины и паддинги. Вот, то есть, соответственно, если у вас есть div, и строчный элемент здесь имеет какой-то маржин топ, то он не отодвинется, этот маржин просто может вылезти за край. Вот, один из таких эффектов вы видели, правда, даже с блочными элементами вылезания за край, да, на прошлом уроке, когда мы ставили overflow hidden. Так вот, для строчных элементов это не поможет. То есть, если вы хотите, чтобы меню у вас нормально как-то раздвигалось маржинами и паддингами, то, например, для вот такого, скажем, горизонтального меню, если вы делаете его из списка, вы задаете не display inline элементом, а display inline block. Вот, и тогда будет все нормально. А, по поводу, кстати, вот флота, то, что они станут лесенкой. Смотрите, представьте, вы делаете несколько статей. И у вас каждая статья, я вам сейчас на экране давайте нарисую, имеет вот такую разметку. Стоит картинка, а здесь идет текстовое описание. Вот, ребят, смотрите, вопрос к вам такой. Вот этому блоку мы что ставим?
Вот сейчас как раз этот вопрос поправим, который в чате нам написали. Да, этому блоку ставим float. Абсолютно правильно, float left. Вопрос номер два. Что вы ставите вот этому блоку? Так. Hidden, да. Overflow hidden вы ему ставите. И то overflow hidden вы ставите, если текстовое описание идет вот так. Если надо, чтобы текст заходил сюда, вы overflow hidden не пишете. Все, больше никакие блоки не создаете, ничего не добавляете. Вопрос к тем, кто как бы читал дополнительные мануалы или сталкивался с дополнительными проблемами. Ну хорошо, у вас diff-обертка есть. И что в этой обертке даете? Clear. Абсолютно верно. Смотрите, какая проблема возникает. Во-первых, когда вы вот делаете float, то высота блока обертки имеет свои нюансы. Но самое главное, нам в чате уже несколько раз писали про лесенку. Наиболее интересный нюанс заключается в том, что если вы не сделаете clear, у вас вторая картинка будет стоять здесь. Третья картинка будет стоять здесь. И вот так вот они будут спускаться. Дело в том, что блоки, у которых вы прописываете float left, создают свой отдельный поток. То есть это, знаете, вот как кирпичи, которые вы вытащили из потока, да? Их текст стал огибать, и вы их складываете в отдельную стопочку. И вот тогда они начинают выстраиваться такой лесенкой. И для этого нужно на каждом этапе отменять обтекание. То есть после каждого блока есть тут два метода. Это первый метод вставлять, ну, если у вас есть diff-обертка, то вы именно diff-обертке задаете clear boss, и все хорошо. Вот, потому что div, который стоит здесь, уже будет это свойство иметь. Да, соответственно, вот как Андрей в чате предлагает, div класс clear, это старый надежный способ. И по классу clear вы задаете clear boss. Этот div вставляется вниз вот этого дива. И, наконец, самый новый способ, да, это clear fix, совершенно верно. Это мы для, например, вот этого блока, у которого проставлен overflow hidden, прописываем значение автор. Вот я вам сейчас в чат напишу. Прописываем свойство авто, ему, соответственно, задаем контент какой-нибудь, контент пустой, ему задаем дисплей-блок, чтобы он у нас был, значит, ему задаем visibility, не факт, что я сейчас правильно это слово напишу, но нагуглите вы очень легко это все, visibility hidden, как раз-таки, чтобы он был скрыт, и мы ему проставляем еще clear boss. Вот, может быть, какое-то одно из свойств забыл. То есть мы не засоряем нашу HTML-разметку пустыми дивами. Вот может быть Андрей эту тему по SEO прокомментирует, но элемент авто, он как раз таки служит для того, что мы как бы поисковику этот пустой див не показываем. Да, то есть мы как бы не создаем лишний элемент, вот лишний этот див не создаем, а мы, соответственно, вот так вот обходимся. Так, пример будет. Ну, я могу этот код в ВК выложить. У меня, в принципе, как сказать, это на локальном компе есть. Вот, в папочке своего сайта будущего, который сейчас оптимизирую, адаптирую. Вот, так что давайте выложу вот все, что я вам в чат скинул, в принципе, написано правильно. Единственное, там еще ребята рекомендуют писать hate 0, я вот вспомнил свойство, которое я пропустил. Вот, и таким образом мы с вами лесенку совершенно спокойно можем убрать. Вот, ну что ж, я думаю, Андрей уже заскучал. Я вместо обещанных 5 минут отнял 10 уже от вебинара. Так, вертикальное выравнивание одного дива в другом ровно по центру. Это делается, ну, как бы, если мы говорим про кросс-браузерный вариант, без флекс-разметки, да, это делается неудобно. Если вы хотите, чтобы один див стоял внутри другого, если вы заранее знаете размеры этих дивов, да, то один из вариантов – это задать им одинаковую ширину. Вот, внимание, то есть, смотрите, внимательно вот прислушайтесь к этому. Мы задаем им одинаковую высоту, одинаковую. Как мы можем расширить тогда div внешний? Каким свойством мы можем сделать ему расширение, чтобы внутренний остался ровно по центру? Так, вот давайте. Очень интересный способ центровки. Павел, абсолютно правы вы. То есть, смотрите, мы задаем внешнему диву. Вот, смотрите. В рэперу задаем. Height там, допустим, n пиксель, да? Ну, n вы должны понимать, что это условное обозначение сейчас. То есть так задавать, ну, как бы, нельзя. Это просто пример. Вы задаете туда конкретное число. Теперь внутреннему диву, вот этому диву, inner, вы проставляете что?
Вы ему проставляете такую же высоту, hate inherit, то есть он наследует высоту родителя, но при этом в рэперу, я вот давайте это отдельно напишу, чтобы сакцентировать ваше внимание на это, в рэперу, вы проставляете какой-нибудь padding, n пикселей. Притом проставляете его по вертикали и горизонтали, то есть m пикселей 0. И получается, что как бы, какая бы высота этого блока не была, родительского, у вас все равно внутренний получит такую же высоту, а с помощью пэддингов внешний даст отступы для внутреннего. Вот такое выравнивание элементов по центру. Так, горизонтальное меню, displayInline блок, displayInline. Андрей, лучше inline блок ставить, потому что тогда вы сможете нормально задавать вертикальные и горизонтальные маржины. Вот, ну что ж, смотрите, ребят, значит, все вопросы, которые у вас остались, продолжим в понедельник. Ой, в какой понедельник, прошу прощения, в четверг разбирать. Значит, у нас там будет кросс-браузерность и много мелких приемов верстки. Я вам там покажу, наконец, раз никто ВКонтакте не пишет, как футры к низу прижать. У меня там целый план уже написан, вчера что-то ночью засиделся, план писал. Вот, какие мы темы с вами вскроем. Как сделать горизонтальное двухуровневое меню, ну или любое двухуровневое меню. Вот, соответственно, как подключать свои шрифты. Может быть, покажу хак, как на JS-блоке выравнивать, если успеем. Вот, так что это все будет у нас совсем скоро, послезавтра. Точнее, завтра. А послезавтра красоты CSS3. Вот, а на этом тогда сейчас прерываюсь. Почему валидатор ругается на mail2? Надо смотреть конкретно, что он пишет про эту ошибку. Может быть, она просто не совсем ну, корректно как бы сочетается с, не знаю, с версией указанной, что ли. Ну что ж, значит, смотрите, тогда я на сегодня вещание свое заканчиваю. Укажу отмечать день рождения, а вам приятного вечера. И сейчас слово передаю Андрею, который вам будет рассказывать про SEO. Все, Андрей, тебе слово. Если микрофон работает, то тогда вещай. Да, всем спасибо за поздравления. Ну, как бы, вскрывается тайна, почему я сегодня вебинар не веду, собственно говоря. Вот. Все, Андрей, тебе слово. Всем пока. Ну что ж, дорогие друзья, всем добрый вечер. Засыпем Димин день рождения плюсиками. Дим, с днем рождения тебя. Желаю тебе всего-всего-всего-всего-всего и многократно. Ну, это мы с тобой завтра обсудим. Вот, а сегодня я вместе с вами. Позвольте мне представиться. Меня зовут Андрей Алехин. Я преподаватель школы современных технологий. Так, шум сильный. Сейчас, секундочку. Так, друзья мои, так лучше? Уже лучше, да? Ну, отлично, ну, великолепно, супер. Ну что ж, я преподаватель школы современных технологий. Уже 11-й год своей жизни я посвящаю SEO, диджитал-маркетингу, взаимодействию с клиентом. Преподаю в этой школе, занимаюсь чем-то, что связано с этой стихией. SEO мне нравится, SEO я люблю. И сегодня я вместе с вами. Сегодня 8-й урок великолепного марафона WebJunior. И сегодня мы с вами поговорим о SEO-оптимизации, пробежимся по тому, что это такое вообще, для чего она нужна. Ну что ж, надеюсь, звук отличный, все хорошо. И рассчитываю на ваше активное взаимодействие, потому что у нас будет много слайдов, много с вами общения и в меньшей степени демонстрации, потому что все-таки SEO – это больше знания, которые про них надо рассказывать и применять уже непосредственно на ваших проектах. И так далее. Будет ли конфет, будут плюшки в конце по поводу некоторых интересных приемов SEO-оптимизации, которые помогут сильно нам подняться и какие-то вещи разрулить. Итак, что же такое пару слов о SEO? Друзья мои, сразу скажу о том, что SEO – это процесс не быстрый, не медленный. Давайте так, циферку 1 в чат поставьте все те, у кого уже есть какой-то свой проект, кто как-то имеет сайт или там его оптимизируют и так далее. А циферку 2, у которых пока ничего такого суперского своего нет, но хотим, будем делать и обязательно сделаем. Потому что вот-вот, 2, 1, ну супер-супер. Я думаю, что со словом SEO сталкивались все. SEO это такие люди непонятные, маги, которые что-то сидят за компьютером, ковыряют.
А потом хоп, и повалились клиенты на сайт, и все счастливы, и all happy. Вот, это про нас, это про SEO-оптимизаторов. Какое развитие может прийти от SEO? Это digital маркетинг и дальнейшее взаимодействие с клиентами. То есть карьерная лестница, она очень большая, по ней можно идти долго, успешно и, грубо говоря, грести деньги лопатой, ни в чем себе не отказывай. Ну что ж, небольшое вступление прошло, давайте пройдемся по уроку. Итак, у нас сегодня 8-й урок, посмотрим на его программу. Что такое SEO для тех, кто видит эту аббревиатуру впервые? Что нам даст SEO как профессия, что должен иметь SEOшник? И что уж тут лукавить, друзья мои, мы пришли сюда получать знания, мы пришли сюда получать какие-то полезные навыки, поэтому мы сегодня будем просто вскрывать ларчик, получать оттуда профит и забирать, впитывать все эти знания для того, чтобы применять их для себя. Итак, что такое SEO, что должен иметь SEOшник? Основы SEO, это самое важное, контент и изображение, заголовки, HTML5, друзья мои, это наш профит. Ну и, как я обещал, это плюшки для SEO. Итак, вопрос сразу, какой бюджет считается средним для начала успешной SEO-программы? Хороший вопрос, но я думаю, где-то в середине, к концу урока вы сами себе на этот вопрос ответите. Итак, погнали, не будем задерживаться. Ну что ж, плюсики, если настроение боевое, плюсики, если готовы впитывать, и мозг такой уже прям, знаете, как раскаленный красный, готов поглощать. Погнали. Итак, что же такое SEO? Кто из вас это слышал? Кто-то уже писал сайт в чат Search Engine Optimization. И, собственно, SEO это действительно Search Engine Optimization, или по-русски поисковая оптимизация. Оптимизация чего-то, в некоторых случаях бывает кого-то, да, под поисковые машины, чтобы люди, поисковики, заходили на этот сайт, смотрели на него, этот сайт нравился этим поисковым машинам и, соответственно, продвигал его вверх. Продвижение в сети, ну, Лара, продвижение в сети немножко грубовато, потому что сеть, она очень большая. Есть и органический трафик, это поисковики, есть и social media, и многое-многое другое. Но первое, что я хочу сказать вам, друзья мои, что SEO это не наука, и ни в каком формате даже близко к науке относиться не может. А почему? Да все очень просто, потому что нет фундаментальных законов, правила постоянно меняются, нельзя построить закономерность, ни в каком варианте. То есть реальная практика, реальный опыт, когда раньше, там, 2 года назад, были какие-то работающие фишки, потом Яндекс, Google, они почесали затылок, сказали, нет, все не так, все не то, мы будем делать все совершенно иначе, и все, что было раньше, теперь вообще не работает. И поэтому это нет никаких закономерностей, это просто действительно набор методов, комплекс мер, направленных на улучшение позиции сайта. То есть в одном случае мы какие-то одни приемы применяем, в другом, другие случаи. И наверняка все из вас, кто бродил по интернету, находил на разные SEO-компании, которые рассказывали такие громкие фразы, что чистая белая оптимизация, там никаких гадостей, все честно, все открыто. А другие говорили, нет, вот мы там ссылки закупаем там туда-сюда. Друзья, чушь собачья. Просто собачья чушь. Почему? Потому что есть рабочие методы, которые работают там 2 года назад, 3, постоянно. Вот пишут, что говорят алгоритм поискового робота невозможно понять, можно свихнуться и в психушку гадить. Да не совсем так. Яндекс открыто на своих конференциях говорил, всего каких-то 800-850 факторов туда-сюда. Но вот что за факторы, никто не разглашает. Но есть определенные, уже отработанные, как я уже сказал ранее, методы, способы, которые позволяют нам просто в наглую взять, сделать все хорошо и продвинуть сайт в топ. И вот такой вот момент, друзья мои, вот те, кто когда-то сталкивался с SEO-оптимизацией, может быть, кто-то говорил о ней, общался в этой теме, так вот, магический вопрос, а сколько времени нужно, чтобы продвинуть сайт по высокочастотному запросу в топ? Новый сайт, нулевый, вот только сделали. Кто-то там говорил, 2 месяца, 3,5 года, год и так далее. 3 года, неделя, это жесткая неделя. 3 года, неделя, это правда жестко, друзья мои, потому что за неделю новый сайт не продвинешь, он в песочнице Яндекса. Я об этом попозже расскажу. По высокочастотнику, по сложному запросу, по популярному запросу.
Месяца 4, полгода. А вот мы в конце этого урока оставим плюшку, наконец, которая позволит нам сделать, раскрутить сайт, новый, нулевый сайт в топ, можно сказать, фактически за месяц. За месяц, ну за полтора-два, не покупая на него ссылки, не грузя какие-то в него сложные тексты. Есть рабочие методы, и если вам нужен профит, в конце урока я просто вам покажу демонстрацию экрана. Я сделаю ссылку в Гугле, и я покажу этот лендинг, который попал в топ Яндекса и Гугла. Ёлки-палки, вот честно, за месяц с лишним, вот месяц-полтора, максимум два, без закупки ссылок, без всего. Честный профит. Работает и сейчас. Узнали случайно, экспериментировали, тестировали, и все у нас получилось. Что я хочу сказать, друзья мои. Любая SEO-оптимизация, любое продвижение в поисковой системе, это, скажем так, варево. Это такая бабка-ведьма, которая крутит свое варево, что-то там делает, потому что это эксперимент. Это один большой эксперимент постоянно над каждым проектом. То есть, предположим, мы использовали рабочие методы, применили все, что только можно, и мы уткнулись в такой момент, который называется «Что же делать?», да, «Почему сайт не выходит в топ?», и в таких случаях надо начинать экспериментировать и экспериментировать долго, муторно, нудно, и в итоге все получится. Ну что ж, смотрим дальше. Итак, SEO это у нас не наука. Вообще, что происходит с SEO-оптимизатором? Вообще, куда пойти, по куда податься? Изучили мы SEO, стали мы SEO-специалистами, все умеем, все получается, есть какое-то портфолио. После того, как у нас какой-то вариант есть, мы идем либо на фриланс, либо в студию. Из студии, из фриланса вы потом ползете в штат. Работаете в штате. Вот тут вообще на схеме хорошо показано. Сейчас я указку возьму. Вот, мы здесь начали, стартанули, да, потом подумали, не-не-не-не-не, я хочу свободную старость, я не хочу там кататься на лыжах, я не хочу быть завязанным на злобного дядьку, идем на фриланс. Потом мы можем пойти либо в студию, но и туда, в конечном счете, есть шанс попасть в компанию. Дальше, видите, ответвление такое идет, это Google Яндекс. Google Яндекс очень любит брать людей из студий, и забирать их туда к себе, если это хорошие, талантливые специалисты. Это действительно имеет место быть такой момент. То есть, кто-то пошел на фриланс, кто-то в студию, хоп, в Яндекс ушел. С фриланса в Яндекс попасть значительно проблематичнее, это факт. Вот вы работаете в штате компании, вот вы делаете оптимизацию, продвигаете сайт, у вас есть профит, все хорошо. Как-то двигаетесь вперед. Но! Вам уже это SEO, простите за мое выражение, оно осточертело. Все, вы уже там несколько лет этим SEO занимаетесь. И хотите заниматься чем-то более широким, более большим. И как следствие вы идете в интернет-маркетинг. Становитесь интернет-маркетологом. Уже начинаете думать о том, что такое клиент, как он взаимодействует. Почему сайт в топе, огромное количество посещений, а покупок нет. То есть начинаете думать в сфере маркетинга. И потом, когда вы уходите в маркетинг, вы понимаете, что вы что-то можете. Вы можете сделать что-то, сделать какой-то ресурс, подойти к нему с таким углом, что не только его раскрутить, но и этот ресурс начинает приносить доход. Да? Доход его владельца. Вы начинаете думать, елки-палки, а почему бы мне не открыть свой бизнес? Я же могу, там, я же умею там, оптимизировать сайты, делать какие-то маркетинговые плюшки таким образом, чтобы народ покупал. Давайте я там буду телевизоры продавать. И в конечном итоге вы открываете какой-то свой бизнес. Либо вы дальше развиваетесь как интернет-маркетолог и становитесь счастливой старостью. Да почему? Потому что интернет-маркетологи зарабатывают хорошие, достойные деньги. Скажем так, зарплата в 130 тысяч – это не самая большая зарплата для интернет-маркетолога. Это, скажем, такой низкий старт. Вот. А дальше верхняя планка, она не ограничена абсолютно ничем. То есть я знаю маркетологов, мы с этими людьми встречаемся, общаемся, которые зарабатывают по 300к в месяц и при этом сидят, ковыряют в носу. И просто потому, что они говорят, что надо делать. Интернет-маркетолог – это тот человек, который говорит, иди туда, сделай то, и будет тебе счастье. И делают, идут и получают свое хэппи. И за это маркетологам платят большую
большие деньги. Можно ли пойти в маркетинг без высшего образования? Можно. Главное упорство, труд, и все будет хорошо. А что же дальше делаем? Надо понять вообще, оно нам надо, друзья мои, или не надо? И давайте посмотрим на нашу небольшую табличку. Интересно нам SEO, неинтересно. Если мы делаем SEO для себя, вот сейчас на секунду абстрагируемся от таблицы, делаем SEO для себя, для своего какого-то сайта, то, конечно, надо, да, без проблем. Сегодняшний урок даст нам хорошую базу. Если SEO вы делаете не для себя, это там, для всех, это Запаты не только по МСК, это Новосибирск, Екатеринбург, Петербург, в Смоленске есть похожие зарплаты и так далее. Ну так вот, если вы идете, хотите пойти работать на дядю, то в таком случае надо немножко понять, а надо ли оно нам, что нам это даст. Нет, 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 Вячеслав, вы не совсем правы, здесь никто не евангелист SEO. Я просто хочу вам показать изнутри, как это выглядит, что это такое. Итак, зарплаты у нас какие у SEOшников на фрилансе? Можно набрать кучу проектов новичком, рубить с каждого проекта по 5000 и, в принципе, ну, получить себе какой-то старт. Скажем так, по голове себя погладить за то, что молодец. Потом вы становитесь чуть попрофессиональнее и получаете 35, потом 90 и так далее и тому подобное. Когда вы идете в штат, зарплата вот примерно 40, 90, 130 в таком формате выйдет. Это факт, это фактическая зарплата. Гуглите в интернете, заходите на Superjob, на Headhunter и убеждайтесь в этом сами. Ну что ж, что я еще хочу сказать? Какое будущее ждет SEO-специалиста? Что это хорошо? Можно начинать без опыта. Есть неплохой оклад, есть шикарный рост, но бывает скучно. Ну да, факт. Интернет-маркетолог имеет отличный оклад, очень интересно. Малый карьерный рост, потому что выше уже нельзя. И другая ответственность, но это правда, потому что вам и платят больше, и спрашивают с вас в разы больше. То есть к этому тоже надо быть готовым. Вот, надеюсь, это вам понятно. Давайте плюсики пока, если это понятно. И со следующего сайта, следующего слайда мы перейдем к такому моменту, как полезности, наши полезности. Что необходимо знать SEOшнику, что необходимо знать при SEO-оптимизации? Полезно. HTML, CSS, Welcome to Web Junior. Основы PHP, основы Linux. Основы Linux. Именно что основы, потому что когда мы затронем вопросы сложной оптимизации, скажем так, доводки напильником, там мы будем разговаривать про ускорение загрузки, про связку Apache плюс Nginx и так далее. JavaScript, ну куда же без него, друзья мои. Письменная грамотность, начальная аналитика и психология. Так, вот такие дела. Абсолютно все равно не играет роли семейство jQuery, системное администрирование, то есть если вы прекрасно админите виндовый сервак, это пользу вам не сделает. Языки C, Java, Python и так далее, JS-библиотеки, геометрия, алгебра, то есть это нам бесполезно, SEO это нам не поможет. Самое важное, что это, конечно же, психология. Так что же такое SEO, что же такое вот загадочное это слово? Это определенная работа, которая связана как с самим ресурсом, так и работой извне над ресурсом. То есть проведем какую-то виртуальную черту, что мы сначала работаем над сайтом и вне сайта. Да? Поняли? Соответственно, когда мы говорим о работе внутри сайта, мы понимаем про такую тему, как внутренняя оптимизация, то есть внутри нашего ресурса. Когда мы говорим над внешней оптимизацией, мы понимаем то, что мы работаем извне сайта, то есть работаем на сайт, а не изнутри. Это очень важный момент, это очень важно запомнить. В рамках этого сегодняшнего нашего такого вводного занятия мы будем рассматривать внутреннюю оптимизацию. Внутреннюю оптимизацию, ну и в конце плюшки. Вот, собственно, к чему мы пришли. Что же такое внутренняя оптимизация? Внутренняя оптимизация – это качественная верстка. Мы об этом тоже поговорим. Прописаны мета-теги, оптимизированные изображения, уникальный контент, расставленные заголовки, текст не переспамлен, внутренняя перелинковка, хорошая видимость сайта. Вот для вас, для кого-то, это уже что-то понятно. А для других людей, которые там еще не все знают, может быть не все ясно. Мы на этом уроке пройдем. Обязательно. Все рассмотрим.
То есть, грубо говоря, качественный верк, мета-теги, оптимизированное изображение, оставленные заголовки. Друзья мои, берем слайд, печатаем, вешаем на стену, открываем свой сайт, работаем, чуть-чуть ждем, смотрим результат. Проверили – профит, проверили – профит, проверили – профит. Внутренняя оптимизация, сайт в топе. Опять же говорю, можно ли добиться того, что сайт будет в топе по средне низкочастотным запросам? Без проблем. Можно. Только одной внутренней оптимизации. Погнали дальше. Ну что ж, снимаем с плиты чайник, кладем его в красный треугольник и начинаем наши с вами основы оптимизации. Погнали. Итак, из чего состоит основы оптимизации? Качество сайта – это контент. У вас может быть условно, опять же таки повторюсь, убогий дизайн, да, убогий сайт, но при этом у вас авторский, офигительный контент. Вы думаете, ваш сайт не будет посещаемый? Вы думаете, у него не будет посетителей? Вы ошибаетесь. У него будут посетители. У него будет посещаемость. У него будет все хорошо. Самое важное, это мы берем и выбиваем из своей головы такой термин, как копипаст. То есть взять с какого-то сайта контент, немножечко там подваять и засунуть на свой сайт, забудьте. Забудьте, откреститесь от этого. Этого не будет никогда. Это, извините за выражение, это плохо. Поэтому наш контент – это первоочередное, что нам надо делать. Google и Яндекс любят уникальный контент. И когда мы говорим о том, что нам нужен уникальный контент, мы можем пойти двумя путями. Первое – это обратиться к копирайтеру. То есть есть большое количество разных бирж заказа текстов, большое количество фрилансеров. То есть мы обращаемся к стороннему копирайтеру, мы говорим, милый друг, вот тебе деньги, я хочу такой-то текст на такое количество символов, чтобы этот текст подходил к моему сайту по тематике. И тебе человек говорит, это будет стоить столько-то рублей за 1000 знак. А Кристина пишет, обращается к своим коллегам. Если вы копирайтер, замечательно. Если уже есть копирайтеры в чате, великолепно. Значит, кто-то из вас знает о том, что заказ копирайтинга оплачивается по 1000 знаков без учета пробелов. То есть я сразу говорю, если вы захотите заказать текст, то неважно где, будь то немножечко вам ссылочек, там, Dtext.ru, фриланс, где угодно. Dtext – это биржа, фриланс – это сайт по поиску фрилансеров. И там, и там, и там можно найти текст за какие-то там 30, 40, 50, 60, 70, 100 рублей за 1000 знак, в зависимости от того, что вам нужно. Копирайт – это когда текст пишется с нуля под ваши нужные. Рерайт – это когда текст переписывается под какие-то уже текущие нужды, да? Поэтому нужен контент, берем, заказываем копирайтер. Есть второй путь, более сложный, но бесплатный. Мы садимся и пишем контент сами. В чем может быть напряги, причем жесткие? Первое, если вы потрясающий верстальщик, отличный программист, великолепный предприниматель, но у вас слог совсем ку-ку, то тут начинается веселуха. То есть неоднократно встречал тексты, которые видно, что человек крапел над текстом, старался, но выглядит все печально. Поэтому, друзья мои, не стоит строить из себя Геракла. Если у вас нет к этому таланту, если вас не прет это дело, то делать это не нужно, потому что получится фу. А если получится фу, то у вашего сайта будет низкий поведенческий фактор. Про поведенческие факторы мы тоже в конце поговорим. Итак, запомнили первое правило SEO-оптимизации. Записали себе на листочек. И это, если мы хотим качественный сайт, качественное продвижение, на каждой странице сайта должен быть уникальный контент. И когда вы получаете этот контент, в первую очередь необходимо его проверять на уникальность. Есть огромное количество сервисов, программ, проверки уникальности. Тоже там Dtext антиплагиат. Нормальная программа, сам ей пользуюсь. Работает по принципу закинули текст, немножко настроили программу и добиваемся уникальности.
Что нам это дает? Кстати, вот Ольга написала про уникальность текста. Немножечко меня опередили, хочу сказать какой момент. Если вы получаете текст от копирайтера и вам рассказывают, что это просто шикарный текст, он офигительно написан, но уникальность у него 70%, я думаю, что этот текст не уникальный. Итак, первый момент, мы поняли, что на сайте должны быть уникальные тексты. Где их взять, тоже поняли. Второй момент. А какой порог уникальности является качественным показателем уникального текста? На что мы будем опираться? Чем мы будем оперировать? Итак, я вам скажу такие жесткие рамки, которые вы можете слушать, не слушать. Алекс написал правильно. От 95 и выше. Все, что ниже 95, это спорные моменты. Это моменты, которые необходимо обсуждать. Почему? Да очень просто, потому что есть такой текст, который сложно написать иначе. Это может быть медицинская тематика или какая-то узкоспециализированная тематика. Тематика, в которой написать иначе крайне проблематично. Почему? Да потому что есть термины, есть терминология. Флэш пишет, вот я пишу про велосипеды. Что я там могу написать нового? Флэш, не нового, а иначе. Как-то рано утром я купил велосипед и поехал кататься. Одна формулировка фразы. Там другой вариант. Я проснулся и понял, что мне нужен велосипед для того, чтобы кататься, там, веселиться и так далее. Тоже пишет, чем меньше объем, тем сложнее сделать высокую уникальность. Поэтому, друзья мои, есть несколько правил работы с текстами. В первый момент это то, чего мы хотим добиться от этого текста. Если мы используем этот текст для какой-то внутренней страницы, для того, чтобы описать какую-либо услугу, какую-либо статью или какую-то полезную и ценную новость, когда мы говорим о количестве символов, мы должны оперироваться чем? Тем, что количество символов должно быть где-то в районе от 1500 и выше. Поэтому... Да, есть такой замечательный еще сервис, как Яндекс Уникальный текст, и сейчас я тоже про него расскажу. Значит, когда мы заказываем текст, у нас есть сайт, мы обращаемся к копирайтеру, нашли копирайтера, договорились о цене, пишем ему ТЗ, говорим, там, милый друг или милая подруга, я хочу текст. И пишем ему, какая тематика, в каком формате мы будем этот текст принимать, то есть это может быть научная тематика, повествовательная. И дальше мы обязательно указываем, какого объема нам нужен текст. Уважаемые друзья, я вижу очень много вопросов про картинки, про то, как фотографии будут разбираться. Мы дойдем до картинок, у нас это есть. Мы дойдем до этого раздела. Мы обязательно проговорим про alt title, про оптимизацию изображений. Мы рассмотрим методы обжима изображений, уменьшения качества и так далее. И будем, собственно, об этом поговорить, друзья. Так что про картинки не спешите. Мы спокойненько идем. У нас впереди еще много чего интересного. У меня 32 слайда, не переживайте. 23, вернее. Итак, как я уже сказал, объем текста от 1500 символов для какой-то услуги, для новостей, для статьи. Среднее количество символов для нормального текста порядка 3000 символов за статью. Так что же такое 3000 за статью? Это, грубо говоря, там... Если копирайтер пишет по 100 рублей за 1000 знак, это 300 рублей. 300 рублей, и у вас есть написана статья. Ребят, зачем себя мучить? Пусть это делает тот, кто умеет. И все. Заказываем объем. И сразу возникает другой вопрос у более опытных и более пронырливых людей. А какие ключи в этот текст вставлять? И здесь мы обращаемся к другому вопросу. Перед тем, как заказывать текст, нам нужно составить список ключей, по которым мы будем продвигать наш сайт. То бишь, мы составляем семантическое ядро. Много SEO-специалистов говорят, вот мы делаем SEA, мы делаем SEA. Но SEA, по большому счету, это всего лишь сгруппированные запросы из Яндекса, которые мы там собрали из Гугла, по каким-то направлениям. И все. В SEO нам это сильно не поможет. А вот карта семантического ядра – это уже немножко другое. Про карту семантического ядра пару слов, буквально пару секунд для вас, пару минут у вас отниму. Что же такое карта семантического ядра? Карта семантического ядра – это запрос, она может быть в Excel, запрос, страница, на которую будет идти этот запрос, и заголовок, там, title, keywords, description, то есть подготовленный фактически материал для оптимизации вашего сайта. Итак,
У нас есть семантическое ядро. В этом семантическом ядре... Нет, не карта сайта. Карта семантического ядра – это разные вещи. Вы научите нас составлять. Друзья мои, сегодня у нас 2 часа. 2 часа, за которые я должен рассказать вам все SEO. Всю внутреннюю оптимизацию. Все рассказать, к сожалению, не смогу. Но постараюсь уложиться максимально быстро. Вкратце могу сказать, что был у меня... был вебинар, проходил тоже в рамках школы современных технологий по SEO. У меня было 2 часа, я рассказывал 6. И чтобы не рассказывать здесь 6 часов, поэтому мы галопом по Европам. Так что же такое карта семантического ядра? Карта семантического ядра, вот по просьбе повторяю, это, грубо говоря, Excel-евский файл, где у нас слева идет группа запросов, справа у нас идет какая-то ссылка, а еще правее идет метатеги, и какие-то заголовки для нашего сайта, которые мы можем использовать. Покажите, как выглядит карта. Я выложу карту семантического ядра вместе с видео ВКонтакте. Поэтому дожидаемся конца урока. Материалы, про которые я говорю, скажем так, какие-то тестовые платформы, примерно будут выложены вместе с видео. Не все. Обещаю, что не все, но часть будет. Итак, мы поняли, что у нас есть текст. Его объем 1,5, около 3 стандарт. Где брать копирайтера, поняли, берем либо с биржи, либо с фриланса, либо пишем сами. Далее, когда мы заказываем текст, как я уже сказал, оказываем повествование, в каком тексте, в каком варианте пишем, указываем тематику, и самое главное, указываем, какой же этот святой ключ нам надо вставить в этот несчастный текст. Когда мы говорим про ключ, мы должны понимать, что у нас есть какой-то запрос в Яндексе «купить хомячка», да? Вот мы хотим взять запрос «купить хомячка», супер, это наш запрос. И, соответственно, мы заказываем у копирайтера текст. «Милый друг, сделай мне текст 3000 знаков для услуги по подбору покупки хомячков». И, соответственно, мы туда вставляем «купить хомячка», «как купить хомячка» и так далее. То есть мы показываем нашему копирайтеру о том, какие ключи нам необходимо использовать при написании текста для того, чтобы этот текст, который мы загрузим на страницу, она была релевантной для поисковой системы. Что такое релевантность? Релевантность – это когда мы, когда поисковая система заходит на наш сайт, она добавляет его в свою базу данных, и когда мы вводим запрос «купить хомячка», она шерстит по своей базе данных, по определенным параметрам и смотрит, какой сайт больше всего соответствует тому или иному запросу. И в зависимости от этого все будет хорошо. Ну что ж, засыпьте чат плюсиками. Если вам все понятно, мы переходим к следующей теме, которая называется заголовки. Ура! Обожаю плюсики. Плюсики – это очень хорошо. Итак, что же такое заголовки? Наверняка многие из вас видели статью, у которой есть какой-то еще заголовок. То есть, ну вот пример статьи. Картинка, какой-то текст, какой-то подвал и сверху заголовок. Вы на WebJunior уже проходили заголовки H1, H2, H3, H4, H5, H6. Ну ведь проходили же, друзья мои. И вот что я вам скажу. Есть определенное правило размещения этих заголовков на своем сайте. Я вам открываю маленький-маленький ларчик с полезными знаниями. Запомните, заголовки H1, H2, H3 – это заголовки управления структурой контента. Что это значит? Это значит, что если у вас есть какой-то сайдбар, левая колонка или какой-то подвал, и вы просто потому, что вам так комфортно для оформления каких-то блоков на сайте, используете H2, то это фу, потому что количество заголовков H на странице должно быть ограничено. Поэтому, если у вас есть сайт, на котором очень много H1, очень много H2 или H3, и потом вы так радостно думаете, где же мой сайт в топе, то, друзья мои, не стоит этому радоваться. Не будет ваш сайт в топе, если у вас так много заголовков H. И что я хочу сказать. Заголовок у нас H1 всегда один на странице. Заголовок H2 не больше 2. Так, что повторить, что сорвалось, друзья мои. Был какой-то обрыв трансляции, потому что... глючит все. Да, обрыв трансляции H1.
Окей, немножечко тогда на минутку отпрыгнем назад. Как я повторил, заголовок H1 должен быть один на странице. Их слишком много быть не должно. И в заголовке H1 должен быть доступный и понятный для человека, не для поисковой системы, для человека, текст, то есть там купить хомячка. Далее мы пишем текст, и внутри этого текста мы уже указываем другие заголовки. И закон вопрос, так сколько заголовков должно быть на странице? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Итак, вкратце, но по делу. Итак, заголовок H1 всегда один. Заголовок H2 не более 2-3 заголовков на текст объемом 3000 символов. Просто запомните эту статистику. 3000 символов объем, не больше 2-3 заголовков. Заголовок третьего уровня H3, ну еще 2. Заголовок четвертого уровня, 5-6 роли не играют. А теперь законный вопрос. Так почему заголовки 4-5-6 уровня сильной роли не играют? Все очень просто. Потому что заголовок 5 уровня приравнивается к обычному тексту. Заголовок 6 уровня по приоритету ниже, чем обычный параграф П. А заголовок 4 уровня, ну он такой мелкий, ну стоит ли его использовать? Но, как я показал на слайде, заголовки любят поисковые системы и Яндекс, и Google. И это очень важно. Далее, я встречаю часто ересь на сайтах, которая выглядит примерно разным образом. Заголовки, как вы уже проходили вместе с Димой, это блочные элементы. То есть заголовок H это блочный элемент. Соответственно, представим себе матрешку, где большая матрешка является заголовком H1. Меньше потом, еще меньше, еще меньше. На вашем слайде показана оптимальная структура вложенности заголовков. Что это значит? Это значит, что заголовок H3 не должен идти после H1. H4 не должен идти после H2. Прямая вложенность. H1, H2, H3, H4 и так далее. Вот здесь вот идеальный вариант схемы. Если в статье 5 разделов будет и H2 5 штук, можно хитрить. А можно хитрить по-разному. Можно делать где-то 5 заголовков, где-то разбить это на более другую лаконичную структуру. А можно сделать псевдозаголовки. Сделать обычный tag span или обычный tag div, которому дать вот такое вот значение. Пожалуйста. Div класс H2. И оформить его также в CSS, как обычный H2. Смотрите, вот здесь просто представлена структура вложенности того, как должны идти заголовки, а не того, сколько заголовков можно использовать на странице. Алексей задал вопрос, как это поможет? Очень просто. Когда мы обращаемся к нашему контенту, когда мы обращаемся к тексту, поисковики воспринимают наш блок с текстом как логическую структуру. И если эта логическая структура нарушена, и у вас изначально на сайте много заголовков H, которые никакой роли не играют, да, просто для оформления использованы, этот фактор учитываться не будет. Поэтому, если у вас на сайте мало заголовков H, они использованы только по делу, это плюс для поисковой системы, для поисковой оптимизации, чтобы ваш контент был корректно структурирован и лучше восполнен поисковой системой. Воспримите это просто как данность. Заголовок, грамотная вложенность заголовков H, не слишком много, и все будет хорошо. Ваш сайт будет с плюсиком. Зачем нам сегодняшний урок? Чтобы понять, какие плюсики мы сможем легко и просто получить без лишних вложений. Вот эти наши плюсики для сайта в лице поисковой системы, чем больше мы их соберем, чем больше их будет, тем выше будет наш сайт. Вся сила оптимизации, возвращаясь к началу, это не наука, это большой эксперимент. И когда мы говорим о силе оптимизации, наша задача максимально много собрать плюсиков для поисковой системы к нашему сайту и уже спокойно, откинувшись с кресла, наблюдать, как наш сайт продвигается в поисковых системах. Поэтому запомните, что в первую очередь это, конечно же, сбор плюсиков. Так вот, корректные заголовки H, уникальный текст, это уже два плюсика. Итак, теперь немножко посмотрю на вопросы. Можно ли менять размер заголовка? Можно, но не делать его размером текста. Если у вас размер текста 14 пикселей и ваши заголовки H2 и H3, то есть даже самый мелкий у вас на сайте, например, H3, равняется размером 15 пикселей, как ваш текст, это не очень хорошо. Но если вам это впритык как надо, вы можете оперировать отступами. Теперь про фишку с дивом классом H2. Представим, что у вас есть реальный блок текста, где необходимо сделать 5 блоков H3.
Но не камильфо это, а особенно если текст небольшой. Просто он структурирован у вас так, что у вас нужно 5 заголовков, 5 блоков оглавлений, которые имеют оформление как класс H2 или H3. Мы можем это сделать, вставив просто 5 H3. Не вариант. Согласны? Не вариант. Или мы можем поступить, как я уже писал, хитрым способом. Мы можем сделать обычный div, дать ему класс H3 или там класс супер H3. Как назовете класс, это абсолютно не важно. Дальше здесь будет идти ваш текст. И дальше мы этот div закрываем. В итоге мы получаем, к примеру, по оформлению заголовок, который выглядит как H3, хотя по HTML он H3 не является. Можно ли так делать? Можно. Ну что ж, плюсики, если все понятно. Если что-то непонятно, сыпьте вопросами, потому что у нас набегает буквально 5-минутный перерыв. Нальем себе чаю, кто-то перекурит. И после перерыва нас ждет вот такой вот блок HTML5. И, ну как уже, друзья мои, прошло 50 минут, а у нас где-то каждый час перерывчик. Поэтому мы сейчас... Так, вот вопросы посыпались, ура, отлично. Итак, у вас вопросы. Сейчас кейворды description учитываются в хеде? Да, учитываются. Нет, они не устарели. Как проверить контентную уникальность? Господа копирайтер, подскажите, есть программа, которая называется e-text антиплагиат. Сейчас я кину на нее ссылку. Секундочку. Вот, бесплатная программа, можете скачать ее и пользоваться сколько угодно. Кто-то Advega антиплагиатус, кто-то пользуется e-text антиплагиата. Я просто пользуюсь тем, чем пользуюсь я, как бы дал совет. Кто-то просит проверять действительно на разных... Друзья мои, давайте будем более сдержаны в выражениях по отношению к тем или иным программам, потому что все-таки не очень это хорошо. Разные заказчики просят проверять на разных сервисах уникальность. Ну да. Есть такая тема. В заголовках обязательны ключевики или нет? Елена, заголовки должны быть оптимизированы в первую очередь для людей и во вторую очередь для поисковой системы. Если у вас заголовок «Купить хомячка в Москве недорого», упаси Господь вам это вставлять в H1. Это полный трешак. Вот такие дела. Проверять нужные ключи в тексте много раз – это зло или хорошая практика? Повторять. Зло. Я вам сейчас расскажу небольшой пример по тому, как можно включать ключи в текст. Если у вас переспамлен текст ключами, это фу, это плохо. У вас текст должен быть для людей, друзья мои. Прошли те годы, прошел тот трэш, когда можно было напихать что угодно, напихать в это ключи, закупить на это тонну ссылок, и вы будете в топе. Все, так больше не работают. Яндекс, Google уже давно видит ваш сайт как человек, как пользователь. Он воспринимает уже не только HTML-структуру, но и его визуальную часть, на его юзер-френдли, на его UI-ку, юзер-интерфейсы. Поэтому настоятельно рекомендую вам писать тексты в первую очередь для людей. Об этом сам Яндекс говорит. Чем лучше и качественнее написан текст, тем выше вы будете в поисковой системе. По заголовкам вроде разобрались. Так, повторять нужные ключи ключевиков для keywords. Так, как же проставить ТЗ автор, чтобы вхождение ключевиков рассчитывать? Есть сервисы. Андрей, просто правильное ТЗ. Просто правильное ТЗ, в котором надо прописать объем. И если копирайтер нормальный, то он сам вставит нужное количество ключей. Что такое юзабилити? Юзабилити – это то, насколько ваш сайт приятненький для конечного пользователя. Настолько он удобный в использовании. Удобный для конечного пользователя. UI, User Interface, то есть то, на что клацает пользователь. Меню, навигация, сайт-бары и так далее. Вот такие вот дела. Вот это и есть UI-ка или там юзабилити. То, насколько удобно. Где, как и где правильно подобрать ключи для сайта. Замечательный сервис wordstat.yandex.ru для мануального подбора ручками и вперед. После перерыва, после HTML5 мы немножко затронем методы подбора ключей, как они работают, и обязательно посмотрим этот сервис вместе с демонстрацией экрана. Ну что ж, дорогие друзья, мы делаем 5-минутный перерыв. Я надеюсь, и так все понятно. Я максимально стараюсь подробно разжевывать тему. Еще раз плюсики, если все ясно. Сейчас вопросы убегут, но я перечитаю их на перерыве.
Пока все хорошо идет. Ну что ж, отлично, делаем перерыв. Через 5-7 минут возвращаемся и с новым напором, с новым усилием продолжаем. Ну что ж, дорогие друзья, поставьте плюсики, если все окей. Перерыв закончился. Я смотрю, тут в чате идет активная переписка на тему копирайтеров. Ну, отлично. Ну что, как первая часть прошла? Понравилось? Вторая будет жестче по объему информации, потому что никаких вводных частей не будет. Будет только инфа. Погнали. Итак. Кто-то налил себе кофе, кто-то уже себе чаю налил. Зачем нам нужен HTML5 и почему здесь такие мемы? Все очень просто. HTML5 это просто кладец, это злато для нашей поисковой оптимизации. Почему, спросите вы? А ответ очень прост. Все просто, друзья мои, из-за его возможности делать логическую структуру блоков. То бишь, HTML5 ввел огромное количество разных клевых тем. Возможность встраивать видео без флеша, всякие плюшки и так далее и тому подобное. В общем, очень-очень-очень много всего. Что же нам дает пятый HTML? Дает он нам блочность. И те, кто из вас проходил структуру блоков на WebJunior, может быть, сразу скажу, мы должны этого поддерживать. Мы должны этому придерживаться. Зачем? А вот почему. Поисковики заходят на сайт и своими такими поисковыми глазами смотрят. Эгегей, что ж там такого интересного есть? А мы говорим, вот, уважаемый, вот тебе шапка, вот тебе навигация, вот тебе блок статьей, вот тебе секшн, сайдбар и футер. И дает ли плюс HTML5? Ха-ха-ха, друзья мои, не сомневайтесь, огромный плюс. Поэтому... Это, конечно, большой-большой бонус. А как его использовать? Да очень просто. Я думаю, что многие из вас сталкивались с пятым HTML. Принцип у него простой, как дважды два. Берем тег header, делаем ему нужные стили, и внутри этого тега, будем использовать его, например, как обертку, запихиваем все остальное. Поэтому мы берем эти заголовки, эти теги, они всегда по большей степени парные, и пихаем в них текст. Вот Владислав пишет про article tag. Валидатор на него ругается. Ну, окей. Не могу судить это на 100%. Юзаю ли я HTML5 постоянно? Все сайты, которые делает моя компания, они все адаптивные, они с адаптивной версткой, они все на HTML5, и у них все колоссальные, у всех с колоссальной скоростью загрузки. Но до этого мы тоже дойдем. Поэтому, когда мы говорим о структурности, у нас получается некое дерево, внутри которого размещен наш сайт. Дерево логики, логичной структуры. Шапка, навигация, статья, там левая колонка, правая, футер. И все это воспринимают. Ну, друзья мои, вы еще скажите совместимость с E6. Давайте мы возьмем пользователей, которых на 98-й сидят в винде, на 95-й, и будем радовать их нашей совместимостью. Друзья мои, кроссбраузерность на самом деле уходит, слава тебе Господи, она уходит на второй план бодрым шагом. Зачем она уходит, куда уходит, да пусть идет куда подальше. Потому что нас интересуют сайты в первую очередь, вернее браузеры Firefox, Chrome, в меньшей степени Opera, Safari и, ну окей, E9 и E10, да, проклятый. Кто этим занимался, кто верстал, знает, насколько же сколько горя, боли и слез принесла кроссбраузерная верстка под E6, потому что это трэш, это просто адовый трэш. Под E6 верстать он ничего не умеет, ничего не понимает, и костылей для верстки под E6 нужно, конечно, колоссальное количество. Но он ушел, тьфу-тьфу-тьфу, сейчас вот новая винда 10-я выходит. И надеюсь, она заткнет всех за пояс, и все будет хорошо, и мы забудем об E8, как о страшном сне, потому что E8 тоже кривой. То есть и E8, и E7, и E6 это все просто грусть-печаль. О них мы говорить не будем. Самое главное, что вы должны понять, друзья мои, HTML5 это наше все. Это большой бонус, большой плюс и по фишкам, и по функционалу, ну и, конечно же, для поисковой оптимизации. Поэтому
плюсик. И Е5 это плюс. Давайте плюсы в чат. Плюсы для Е5, плюсы для меня. И тоже пойдем дальше. Итого у нас сложилась небольшая с вами картина, которая представляет из себя следующую схему. Сейчас я открою доску и немножко на ней порисую. Так, тут Дима нарисовал квадратики. Так, создадим листик. Итак, какие наши важные элементы? В первую очередь, это текст с уникальностью больше ...95%. К сожалению, у меня с собой нет планшета, и так писать немножко проблематично. Второе, это заголовки. Третье, что я вам хочу сказать, это HTML5. И четвертое, это все остальное. Какие пункты мы сможем сделать внутренней оптимизации? На самом деле только одной внутренней оптимизации мы сможем добиться мы сможем пофиксить не меньше 100 пунктов. Одной только внутренней оптимизации мы сможем добиться не меньше 100 пунктов для поисковой системы. Поэтому переходим к следующему нашему этапу. И следующий наш этап — это идеальный сайт. Что же такое идеальный сайт, звездочка, как на всех договорах с банками, по мнению поисковой системы? Для тех, у кого сейчас мелко, в вашем левом углу есть ползунок плюс-минус, который позволяет увеличить слайд до нужного вам размера. Поэтому не стесняйтесь, перетаскивайте, а я сейчас немножко расскажу про эту схему, что же такое идеальный сайт для поисковой системы. Ой, что-то как-то много увеличилось. Итак, это возраст домена. Когда я говорю возраст домена, я подразумеваю то, что наш сайт, который мы делаем, не молодой. Что же такое молодой сайт? Представим себе, что вы сделали сайт сегодня, и домен вы тоже купили сегодня. Вы залили на него WordPress, еще что-то, запилили сайт на HTML. Сидите такие и думаете, ну, сейчас повалит. Что-то как-то не валит. Почему? А потому что Яндекс и Google о вашем сайте не знают. Что делать в таких случаях? Добавлять сайт в Яндекс. Но чем моложе сайт, чем он юнее, чем он более юный, тем хуже его продвигать. Почему? Потому что существуют так называемые песочницы. Что же такое песочница? Для того, чтобы в Яндексе, в Гугле не появлялось огромное количество плохосайтов, скажем так, не огромное количество плохосайтов, да, однодневок, которые вот сегодня кто-то запилил, и что? И ничего. Потом начались уроки по химии. Друзья мои, давайте не будем это писать в чат, пожалуйста. Потом начались уроки по химии. Потом новая училка пришла. Потом в институте напряги. Забыли продлить хостинг. Вообще забили на этот сайт, потому что у какого-то там день рождения можно ехать на дачу отдыхать. И вот от таких вот не самых лучших сайтов, да, Яндекс и защищается, как же, так же, как и Google, определенными фильтрами. Эти фильтры называют песочница. Что происходит? Вы добавляете сайт в Яндекс, сайт в Google, и он сразу смотрит, ну-ка, сколько лет домену? Ага, домену 2 дня. Ну, полежит-ка этот домен в нашей песочнице. И будет он там лежать от 2 до 6 месяцев. А как песочницу обойти, я вам сейчас расскажу. Вы можете об этом гуглить, вы можете это искать Яндексе, вы не найдете информации о том, как обойти песочницу. Но я вам сейчас об этом расскажу. Почему хочется мне так? Настроение у меня хорошее. Все просто. Друзья мои, смотрите. Когда мы зарегистрируем сайт, он попадает под фильтры Яндекса и Гугла автоматически, потому что молодой. Каким методом и какими типологиями мы его выводим? Как? Мы можем использовать социальные сети для этого. И что же дают нам социальные сети?
поисковые системы Яндекс и Google очень хорошо воспринимают переходы на ваш сайт из социальных сетей. Как они это воспринимают? Если у вас есть сайт, на который переходят из социальных сетей люди, по рекламе, как угодно, как добиться переходов из социалок, это отдельная сложная тема, мы, как бы, может быть, когда-нибудь ее затронем. И начинаются переходы из социалок. Но человек зашел и вышел с сайта, нам не вариант. Почему? Потому что есть такой тематический показатель, как поведенческий фактор. Что такое поведенческий фактор? Когда человек заходит на ваш сайт, делает что-то и уходит, то бишь находится на сайте какой-то промежуток времени более 15 секунд и совершает действия, которые учитывает Яндекс для анализа этого действия пользователя. Тогда поведенческий фактор считается выполненным и высоким. Если он просто зашел на сайт и сидит, на поведенческий фактор это не влияет вообще. Что такое действие пользователя? Поехали. Скролл. Скролл мыши – это действие пользователя. Движение мыши – это действие пользователя. Клики – это действие пользователя. Переходы по ссылкам – это огромное действие пользователя. Но даже если у вас лендинг, а мы можем говорить про лендинг, и именно в качестве примера я покажу лендос, который является в топе, человек не может с лендоса куда-то перейти. То есть он скроллит, он двигает мышку, он как-то может пытаться выделить текст. Соответственно, чем больше таких действий, тем выше поведенческий фактор. Соответственно, делаем хороший... Кстати, автокликеры и псевдоссылки с псевдонавигацией за это можно получить по шапке. Поэтому, друзья мои, выкиньте эти идеи, пожалуйста. Я вас очень прошу. А то скажете, вон нам Андрюха наговорил на WebJunior, что надо поведенческий фактор увеличить. Вот сейчас мы наклацаем. И получить за накрутку поведенческого фактора по балде. Так, якоря. Якоря для лендоса более-менее работают. Да, это можно. А вот псевдоссылки это немножко не то. Вы не совсем, видимо, до конца поняли. Или я не до конца понял. Так вот, что мы делаем? Мы из социальных сетей нагоняем на лендос народ разными способами. Чем лучше сделан лендос, чем лучше сделан сайт, тем больше времени проводит там человек. И чем больше он времени там проводит, тем выше наш поведенческий фактор. И что происходит? Поисковая система смотрит, ой, заходит на сайт, о, да еще и что-то сидят и делают. Так он же у нас в песочнице. А что он у нас в песочнице делает? Давайте-ка мы его оттуда вытащим, давайте-ка мы его оттуда достанем. И добившись хорошего поведенческого фактора, высокой посещаемости и социальных сетей, мы обходим песочницу и запросто вытаскиваем наш сайт из нее. Поэтому, когда к вам обращается клиент, который говорит, молю вас, о великий SEO-оптимизатор, сделайте так, чтобы я поскорее начал раскручиваться, вы ему оглашаете бюджет до неприличного большой и начинаете гнать ему народ из социальных сетей. После этого мы быстро обходим песочницу. Если мы это делать не хотим, то нам надо оперировать возрастом домена. И как уже задавали в чате вопрос, я отвечу. Если у вас есть домен, у которого возраст 15 лет, но при этом он не сидел в поисковой системе, не присутствовал там в индексных страницах, то для вас это фактически новый домен. Поэтому имейте в виду, очень важно, чтобы домен, чтобы сайт ваш был не только старый с доменом, но он хотя бы был в поисковике. Как делают люди, которые как-то оперируют этим? В свою юность, пару лет назад, я купил порядка 40 доменов. Я на все эти домены выложил парочку страниц на HTML, где-то просто WordPress накатил пустой с чем-то, все их закинул в Яндекс и забыл о них лет на 5. А потом, когда уже ко мне обращались клиенты, говорили, блин, надо срочно сайт, домена нет, ничего нет. Я любезно им продавал этот самый домен с 5-летней историей, который висел в поисковой системе Яндекса, с одним текстом, елки-палки, заняло это у меня всю там пару дней. И, соответственно, это был, а, дополнительный доход, б, люди получали сайт
с доменом с 5-летней историей. И всем было хорошо, и никто на эту тему не переживал. Поэтому, друзья мои, возраст домена – это очень важно. Далее, что такое история домена? Представим, что вы, любезные мои друзья и гости, купили домен. Купили домен с рук, например, либо через какую-то биржу. И вам говорят, честное слово, вот клянусь как угодно, домен изумительный, великолепный домен. 10 лет домену, все супер. Не поленитесь зайти на такой замечательный ресурс, как веб-архив. Сейчас я зайду в Яндекс и напишу, как он пишется. Веб-архив. Веб-архив. Вот. Wayback Machine. Сейчас буквально одну секундочку. Я дам ссылочку в чат. Не битый, не крашеный, а отличный домен. Зайдите, пожалуйста, в веб-архив и обязательно посмотрите его историю, не поленитесь. Зачем? Значит, если на сайте рекламировался какая-то адалт-тематика, да, если сайт был переспамлен текстами, загажен каким-то плохими ресурсами, то есть на нем много всего, на нем много мусора, то история домена, она не покидает его. Это как клеймо на всю жизнь. То же самое, что и аффилиация ресурсов. Про аффилиацию мы в рамках сегодняшнего урока рассказывать не будем, просто скажу, что аффилиация – это склейка доменов для, внутри поисковиков, когда на двух сайтах размещен один контент размещен на двух сайтах, одной организации принадлежит два сайта, и один домен склеивают с другим доменом, чтобы не занимать топ одной только организации. Предположим, у меня 10 сайтов, я все их 10 выпустил в топ, все клиенты мои. Все, супер. Вот чтобы этого не было, существуют элементы аффилиации, этим занимаются и ассессоры, и поисковая машина. Веб-архив, друзья мои, он переделывается, у них редизайн, поэтому он может тупить, страшно, но как бы имейте в виду, что история домена важна. Чистая верстка. Что же такое чистая верстка? Чистая верстка – это, конечно, наш HTML5. Ну, куда же без HTML5? Во-вторых, друзья мои, никаких инлайн-стилей. Что такое инлайн-стили? Инлайн-стили – это вот такая вот красопета, когда мы пишем какой-то тег, в данном случае я сейчас пишу вам в чат тег спам, и дальше туда пишем тег стайл. И так как нам очень лениво бывает открыть style.css или там какой-то ваш CSS-ный файл и внести туда новый класс, то некоторые пишут там position absolute, position absolute, display block и так далее. Вот это вот inline стили. Вот inline стили быть не должно. Никогда, ни в каком формате. Просто вы должны запомнить, inline стили это фу. Поэтому, если inline стили у вас все-таки присутствуют, то юзать их не стоит. Друзья мои, я специально сделаю после вот этой картинки перерыв, и вы все вопросы зададите. Давайте немножко потерпим, потому что есть вопросы, которые прям по теме, а есть немножко от темы отвлеченные вопросы, поэтому не будем пока сильно спамить. Итак, inline стили, я сказал, все пихаем в CSS, никакого CSS в коде HTML быть не должно вообще, никогда, ни в каком варианте. Второй вариант. Многие люди ленятся что-то верстать сами, что-то ленятся писать сами, и что они делают? Они подключают разные фреймворки. Там, я не против Bootstrap, друзья мои, никоим образом, я не против других каких-то вариантов, да? Что я хочу сказать? Самое важное, что у вас должно быть минимум CSS стилей. В идеале один. Вы меня спросите, Андрей, ну блин, ну как же так? Почему один CSS стиль? Лучше же больше. А все очень просто. Почему один CSS стиль? Потому что когда наш сайт загружается, вот мы пошли в жесткую техническую часть. Гуманитарии, не ругайтесь на меня, технари, не бейте палками. Мы пошли в жесткую техническую часть. Когда мы загружаем сайт сервера, как об этом рассказывал Дима на первом уроке, у нас происходит в браузере так называемый рендер. Что такое рендер? Рендер – это отрисовка вашего сайта в окне браузера. Вот я вам говорю, ни про рендер, ни про документ комплит, ни про что-то еще
никто из вас нигде не читал, и об этом мало кто говорит. Это личный опыт, это практика. У вас происходит рендер вашего сайта. И когда сайт зарендерится, да, у него есть такой параметр, как документ комплит. Документ комплит – это значит, что документ до конца загружен. Так на что смотрит еще поисковая система? На тот самый документ комплит. Я сейчас выделю указку, я говорю и про чистую верстку, и про скорость загрузки. Да? Это важные элементы. А вот когда Яндекс или Google получают информацию, что документ комплит, документ загружен, для он у себя откладывает, что ага, этот сайт грузится быстро, а этот сайт грузится медленно. Так зачем нам выводить в топ тот сайт, который грузится медленно? Нафиг это надо? Вот и все. Поэтому чистая верстка, отсутствие инлайн-стилей, один CSS и, конечно же, JavaScript внизу страницы даст вам профит. Но вы мне можете сказать, Андрей, но у нас столько больших картинок на сайте, у нас такие замечательные картинки юзаются, просто чума. Вот тут вот у меня фотография хомячка, я сделал сам на Nikon D800, размер фотографии 5800 пикселей, она весит всего 17 мегабайт, но зато посмотрите, какой хомяк, да? И вот от этого мы избавляемся раз и навсегда. Какими методами мы от этого можем избавиться? Перекомпрессией изображений. То есть есть картинки в формате JPEG, мы все это знаем, есть картинки в формате PNG, и для сайта самые популярные два формата – это JPEG и PNG. Браво! Муа! Спасибо! Тени PNG и тени JPG. Спасибо за ресурсы. Я сейчас тоже продублирую. Пишутся они так на concept.com. Тени png.com и тени jpg.com. Отличные ресурсы. Я сейчас проверю, рабочие ли они. Правильно ли я написал ссылку. Да, правильно, ссылку написал, все окей, все отлично. Что делают эти ресурсы? Вы загружаете в них какую-то картинку. Далее что происходит? Наш ресурс, то есть вот тени PNG, тени JPG, он индексирует цвета. Дело в том, что изначально в формате PNG и в формате JPEG заложены все цвета всей палитры. И дальше уже система понимает, какие цвета на картинке использованы, а ненужные цвета у нас после отображения картинки не используются. Но они заложены уже в картинку, все 16 миллионов цветов. Нафиг они там нужны, если у нас черно-белая картинка или PNG-шная вообще с прозрачностью. Чушь собачья. Именно поэтому мы берем и индексируем PNG-шную или JPG-шную картинку. Что происходит? Система выкидывает из этой картинки неиндексируемые цвета. Что нам это дает? Наша картинка в PNG, которая весила 6 мегабайт, теперь весит всего пару килобайт. Если вы не верите, пожалуйста, заюзайте этот сервис, попробуйте и увидите, насколько пережимается картинка, насколько она уменьшается. Поэтому, если мы грузим графику на сайт, welcome to site и эти, пережимаем картинки и только после этого на сайт. Но, если уменьшение со 100 до 60, есть, конечно, смысл. Потому что, когда у вас таких картинок будет огромное количество, то это все сложится в большой объем. Дальше. Друзья мои, у нас еще даже полкруга не прошло, и мы еще даже не начали демонстрацию экрана. Дальше, значит, как я уже сказал, CSS всего один, минимальное количество JS-скриптов, CSS и JS вниз нашего сайта, всегда в подвал. Все картинки пережимаем обязательно, никаких инлайн-стилей. Дальше, минимальное количество оберток в верстке. Наверняка многие из вас встречали, когда div в диве, div в диве, div в диве, div в диве, h1 привет. И дальше закрывающие дивы. Смотришь на это, думаешь, мама дорогая, а зачем? И возникает другой вопрос. Друзья мои, если вы верстаете корректно, у вас всегда будет минимум обертки. Если вы не совсем корректно верстаете, у вас может быть div в диве, div в диве, и так многократно, в шестой степени, а потом привет. Вот это надо тоже избегать. Это лишние теги. Они нам пользы никакой не дают. Они лишь уменьшают скорость загрузки. Поэтому, когда мы говорим о том, что оптимизация крайне важна скорости загрузки, мы гонимся за каждой долей секунды, потому что это реально дает живой профит. Дальше. Правильные заголовки. Когда я говорю про правильные заголовки, вы можете перелистать несколько слайдов назад и вспомнить про вложенность заголовков, про наличие H1, H2, H3, и все у вас будет хорошо. Итак, дальше мы дошли до самой сердцевины. Уникальные метатеги. Что такое метатеги? Метатеги – это наш золотой тайтл, это наш description,
и наш Keywords. Соответственно, а работают ли они? Да, работают. В каком формате они работают? А кто-то говорит, что ты что, у нас 21 век на дворе, 2015 год, ни Яндекс, ни Google, ни эти теги не воспринимает. А вы проверите. Говорить всегда можно, лучше проверить. А, и каким форматом вы проверите? Если у вас в дескрипшене шлак, в кейвордсе шлак, то, конечно, Яндекс и Google их воспринимать не будет. Зачем вам переспамленные эти штуки? Все очень просто. Пишите в description корректное описание, которое может попасть в выдачу Яндекса. Таким образом, если у вас хорошо написанный description, который реально в 2-3 предложения раскрывает суть вашего сайта, то поисковики возьмут ваш description в первую очередь, а не ваш контент на сайте. И поверьте мне, когда вы заходите на сайт и заходите в Яндекс и видите там в выдаче какую-то радость наподобие того, там, купить хомячка и дальше выдержка из текста, но встречали такое, конечно же, в описании, то не факт, что вы зайдете, а если у вас лаконичный ввод, идет description, и он отвечает запросу, то, пожалуйста, description и keywords дают тут плюс. Поверьте мне, дают. По приоритетам важности ставки ключевых слов, конечно же, идет сначала title. Title – это самое важное. Потом у нас идут теги H1 по важности. Title, H1. И так далее, и тому подобное. Друзья мои, ну что же вы такие спешите все время? Дойдем мы до Google PageSpeed, не переживайте. И Google PageSpeed не показывает еще все фишки, которые есть. Есть веб-пейдж-тест. Вот это, конечно, очень крутой ресурс, который показывает нам и рендер, и документ комплит, и количество обращений, и так далее. И так как я начал, почему еще парочку вставок? В чистой верстке важно иметь один CSS-стиль, потому что каждый раз, когда мы рендерим наш сайт, сервер делает запрос к хостингу. Отдай мне картинку, отдай мне CSS, отдай мне JS, отдай мне вот это, отдай мне вот это. Чем больше запросов к серверу, тем дольше грузится ваш сайт. Помните, на хостинге висит тысячи сайтов. В конце концов, этот постоянный запрос к серверу может задолбать его. И в итоге какие-то части сайта будут отдаваться дольше. А так как они отдаются дольше, документ комплит все дольше и дольше. Все меньше и меньше этого документ комплита. Может, мы его вообще никогда не увидим. И сайт будет грузиться часами. Нафиг нам это надо? Да чушь-то собачья, поверьте мне. Минимизируйте все. Это самый лучший вариант. Уникальные метатеги. Как вот я начал говорить про них. Мы уже знаем, что это такое. Если мы юзаем уникальные метатеги, то они должны быть уникальные на всем сайте. Как можно проверить, действительно ли у вас уникальные метатеги на всем сайте? Уже все придумано. Уже все придумано давно. Зайдите в Google панель веб-мастеров, и он вам сам покажет, где у вас неуникальные метатеги, где у вас короткие метатеги, где у вас повторяющийся тайтл, где у вас короткий тайтл. От самого Гугла, друзья, у вас все инструменты на руках. Ссылку на что? На панель веб-мастеров. Пожалуйста. Сейчас тоже проверю, рабочая ли эта ссылка. Да, рабочая. Google.com Webmasters. Зарегистрируйте там свой сайт, он вам сам все покажет. Уникальный контент, я уже говорил. Теперь внутренняя перелинковка. А что же такое внутренняя перелинковка? Внутренняя перелинковка. Я вам не верю, друзья мои, все работает. Я только что открыл во вкладке, все есть. Давайте плюсики в чат, если все хорошо. Да какой не работает, друзья мои, вы меня уже второй раз смутили. Я даже уже перешел туда. Так, сейчас. Все работает. Что вы меня обманываете? Пожалуйста. Все. Друзья мои, закрыли тему. Перешли. Дальше. Что такое внутренняя перелинковка? Итак, у нас есть сайт, который состоит, ну, предположим, из 10 страниц. Да? Каждая страница при создании, при добавлении в индекс поисковой системы имеет свой вес. Этот вес эфемерный. Скажем так, это... Ну,
условных килограмм УКГ. Условные килограммы. Вот, мы будем так использовать. А лишнее, потому что она автоматически подставилась. Я копировал из строки браузер. Там у меня просто уже авторизация пройдена. Итак, да-да-да, УКГ. Условные килограммы. Итак, каждый сайт имеет свое количество УКГ. Вот это вот УКГ у каждой страницы тоже есть для поисковой системы. Давайте, наверное, я лучше порисую, вам будет так понятней. Так, вот это наш сайт. У него есть 100 условных УКГ, условные килограммы. Эти 100 условных килограмм складываются из каждой страницы сайта. Предположим, у нас есть главная страница, которая имеет самый больший вес. Главная страница всегда самый больший вес имеет для поисковых систем. Потом идут страницы второго уровня, потом третьего, потом четвертого. Страницы второго уровня имеют меньший вес, чем главная, третьего еще меньший. Что такое уровень страниц, я думаю, вам всем будет понятен. Скажем так, index.html – это главная страница на вашем сайте. Там сайт.ru. Потом у вас какой-то раздел news. Вот раздел news – это страница второго уровня. А раздел news там ты-ды-ды-ды – это третий уровень. Поэтому чем глубже находится страница от главной, тем ниже ее вес, удельный вес для поисковой системы. А поэтому, да, уровень вложенности, абсолютно верно. Именно поэтому мы делаем несколько страниц там третьего уровня, какие-нибудь там нам супер-пупер статьи, и добавляем эти статьи в индекс поисковой системы, то есть, чтобы они проиндексировались. И у каждой статьи появляется свой удельный вес, равный, предположим, 0,5 литра. Шутка. 0,5 УКГ. Поэтому мы создали эти страницы, добавили их в индекс Яндекса. Далее мы с этой страницы делаем ссылку на другую страницу в рамках одного домена. Что происходит в тот момент? Если отсюда какая-то доля перетекает на другую страницу, 0,1, и здесь у нас становится 0,4 удельного веса, а вот на этой странице, куда мы взяли ссылку, становится 0,6. То бишь, когда мы внутри одного домена, мы сейчас говорим про внутреннюю перелинковку, ссылаемся с ссылки на ссылку, вес с одной страницы перетекает на другую страницу. И чем больше удельный вес страницы, тем выше она в поисковой системе. Плюсики, если это понятно. Великолепно. Увидел вопрос, не справляется ли это карты сайта? Гы-гы. Нет, не справляется. А почему? Да все очень просто. Потому что Яндекс и Google уже давно понимают, что такое карта сайта, и не учитывают ссылки с карты сайта. Извините, товарищи, не взлетело. Именно поэтому внутренняя корректная перелинковка. Но у любой внутренней перелинковки есть... Да, чем больше вес, тем лучше. И есть еще один момент. Вот вы можете сказать... Друзья мои, так это же офигенная тема. Давайте запилим 200 статей на сайт, с каждой статьи дадим ссылку на одну услугу, и мы будем в шоколаде. Конечно, вы будете в шоколаде. 100%. Но вы будете в шоколаде, потому что вы просто запилили 200 страниц на сайт. И у вас эти страницы вылезли по низкочастотным запросам. Ну, получилось так. Ну, вылезли они. Кстати, это хорошая методология статейного продвижения. Когда вы делаете много статей, раскручиваете их по низкочастотным запросам, получаете низкочастотный трафик, профит, деньги. Собрали больше денег, начали раскручивать сложные запросы. Поэтому это рабочий метод, который работает и сейчас, позволяющий буквально за 2-3 месяца вывести низкочастотники в топ и начать рубить бабло прямо сейчас. Поэтому не вижу в этом никаких проблем. Статейный метод продвижения, но это вообще отдельная тема, об этом
говорить в рамках веб-джуниора не будем, потому что очень много материала. А как нам схитрить и сделать так, чтобы по умолчанию удельный вес у страницы был не 0,5, а 0,7, к примеру. Вот здесь вот начинаются домыслы. И очень много баталий на эту тему было на SearchEngine. И много очень, скажем так, на SEO-конференции поднимался этот вопрос. А как нам сделать меньше страниц, но чтобы при внутренней перелинковке было больше КПД? Оказалось все очень просто. Когда мы создаем новую страницу, вот мы сделали страничку, вот мы ее закинули в Яндекс, и она попала в Яндексе. И вот у нашей этой странички есть так называемый удельный вес, равный 0,5. Ты мне, я тебе не работает. Кольцевая метод внутренних перелинковок, когда мы линкуем страницы вот так вот, он не работает, друзья мои. Это не даст вам профита. Вообще никакого, поверьте мне. Просто попробуйте и увидите. Ты мне, я тебе сейчас не сработает. Итак, заслушайте меня, важный момент. Это действительно полезно. Мы докинули страницу в Яндекс, она там появилась. Что мы делаем дальше? Дальше. Нам необходимо на этой статье разместить качественный контент, который позволит нам получить низкочастотные запросы и большое количество низкочастотных переходов на сайт. Там 10, 20, 10, 100. Далее, эта страница настолько хорошо сделана, она настолько интересная, что у нас поведенческий фактор, PF, на этой странице больше нуля. Так. Больше нуля. Вот так вот. Там. Или больше единицы, да, больше 0,1. Что происходит в Яндексе? Яндекс понимает, что эта страница какая-нибудь третьего уровня. Эта страница третьего уровня. Кристина, низкочастотный запрос – это запрос, который спрашивают не так часто, как высокочастотные запросы. Высокочастотные запросы – это популярные запросы. Низкочастотные – это редкий запрос. Вот правильно ответил. Ответили. Итак, смотрите, мы добавили страницу в Яндексе, у нее 0,5. Мы написали на нее хорошие тексты, загнали на нее интересный трафик. Люди сидят, читают, поведенческий фактор растет вверх, и в поисковой системе Яндекс стартовый удельный вес страницы тоже растет вверх. И что получается на выходе? На выходе получается, что эти 0,5 мы перекрываем качественным поведенческим фактором. Поэтому удельный вес страницы становится 0,7. Теперь внимание, чем выше стартовый удельный вес страницы, тем больше перетекает на нашу основную страницу. Поэтому методология грамотной перелинковки. Пишем какую-нибудь статью, делаем ее интересной, завлекательной. На нее начинают заходить народ PNC по низкочастотным запросам. И с нее ставим ссылку на продвигаемую страницу. Больше веса переходит, меньше ненужных страниц, меньше статей. И с каждой статьи больше КПД. Плюсики, если понятно. Алекс 200 пишет ни одного слова про конкуренцию. Конкуренция в поисковых системах — это отдельный большой разговор, который возникает с каким путем. Когда мы рассматриваем такую тему, как давно сидит конкурент в топе. Есть так называемые старики. Старики — это сайты, которые по 5 лет сидят в топе, вне зависимости от смены алгоритмов. Хотя это феноменальная редкость. Потому что обычно после того, как произошла смена алгоритма, топ обычно меняется очень быстро. Какими ссылками лучше делать перелинковку? Абсолютными или относительными? Спорный вопрос. Я использую относительные ссылки, они работают. Поехали дальше. Отсутствие внешних ссылок. Если вас попросили, ЧПУ тоже очень важны, попросили с вашего сайта поставить ссылку, желательно, конечно, с главной страницы, на сайт вашего бывшего работодателя, за это вам доплатят к зарплате. Друзья мои, не ставьте. Если вы ставите со своего сайта внешние ссылки на чужие ресурсы, вы сливаете вес конкурентам. Если вам это надо, пожалуйста. По той же аналогии, что и внутренняя перелинковка. Ну и, конечно же, отличные входящие ссылки. Я против закупки ссылок, но, к сожалению, не сейчас. Вот я не люблю покупать ссылки, я скажу так. Но
Если мы покупаем реально хорошую, интересную входящую ссылку, это, конечно, дает нам плюс. Принцип тот же самый, удельный вес переливается. Ну что ж, теперь давайте поговорим о такой теме, как подбор ключевых запросов. И мы подошли к вопросу, демонстрации рабочего стола. Так, друзья мои, плюсики, пожалуйста, если есть экран, если есть качество трансляции, если все окей. Ну вот и отлично, вот мы и начинаем смотреть что-то поинтереснее, чем презентацию. Итак, когда я говорил под подбор запросов, я имел в виду наш замечательный сервис wordstat.yandex.ru, на котором мы можем подобрать те или иные запросы и посмотреть их, соответственно, тематическую частотность. Например, введем запрос «купить лыжи». Купить велосипед. Окей. И, это не так прикольно. Я вам хочу показать региональность запросов. Вот это куда интересней. Не региональность, а на сезонность. Вот. Мы ввели запрос «купить велосипед». Мы увидели какое-то колоссальное количество показов. Я сейчас сделаю вот так вот. 881 727 показов в месяц. Сумасшедшая частотность. Просто чума. Но на самом деле это некорректный показатель. Почему? Да все очень просто, потому что вот в этой цифре указываются все варианты словосочетаний с запросом «купить велосипед». Что нам нужно сделать, чтобы это немножко ужесточить? Мы возьмем этот запрос в кавычки и сделаем поиск. Вуаля, с 887 тысяч запросов количество уменьшилось до 36 тысяч. И теперь мы видим, что у нас запрос «купить велосипед» 36 тысяч против 800. Что мы сделали? Просто взяли в кавычки. При этом поиск идет по всему миру. Давайте выберем поиск по России. И количество опять же уменьшилось до 27 тысяч. Теперь самый важный момент. Мы можем взять это все в восклицательные знаки и увидеть, что запрос «купить велосипед» 23 100. Смысл от восклицательного знака – это показатель того, что мы используем в такой формулировке без каких-либо доп. Окончаний, именно в такой последовательности запрос «купить велосипед». Ну что ж, друзья мои, я сейчас вернусь на секундочку в чат. Скажите мне, вот плюсики в чат, если вы это, об этом знали раньше. Ну, знали раньше. Хорошо, знали раньше, отлично. А как вам вот такой синтаксис? Вот такой вот синтаксис. Секундочку. Ух, так. Сейчас, секундочку, буквально одну секунду, и будет профит. Не хочет, слишком сложное сочетание. Надеюсь, они эту тему не выпилили. Отлично, работает. Уточнили необходимые нам запросы. Итак, вот, что мы делаем? Мы делаем небольшой фильтр.
который будет выводить нам частотность запросов через чередование какого-то параметра. Купить красные, белые, черные туфли. Купить белые туфли, купить красные туфли, купить черные туфли, купить красные туфли магазин. Зачем нам этот вариант нужен? Он нам нужен для того, чтобы можно, чтобы мы могли просто посмотреть, какие запросы с какой частотностью есть. То есть у вас есть в голове какое-то представление о том, какие запросы должны быть. Можете сделать такой фильтр, то есть если вы не используете какие-то программы для подбора, да, и у вас будет не слабо так рандомить те или иные слова. Соответственно, вот вам, пожалуйста, подбор слов по запросам. Поэтому, если мы вообще в дальнейшем делаем семантическое ядро, то мы запрос берем в кавычки. И эти показатели мы используем для составления семантического ядра. Помнится, я обещал показать семантическое ядро. Что же такое семантическое ядро? Семантическое ядро, уже давайте смотреть воочию, это некий файл, который содержит разные темы, разные вкладки и так далее. Что эти за вкладки? Так. Друзья мои, нет ли прерыва с трансляцией? Скажите, пожалуйста. Плюсики, если трансляция не прерывается. Угу. Спасибо. Продолжаем тогда. Как же выглядит наше семантическое ядро? А вот такой вот обычненький, простенький Excel-евский файл с разными складками. Вот в свалке находятся все запросы, которые мы спарсили или собрали. Запрос частотность, то бишь там купить слона 765. А купить слона Россия там 410, к примеру, да? Это наша свалка. Потом сюда мы из этой свалки вычленяем коммерческие запросы. Сюда мы вычленяем трафиковые запросы. Сюда мы попадают локальные запросы. Локальные запросы это купить слона, слона Москва, купить слона Питер и так далее. То есть мы из свалки размечаем наши запросы на коммерческие, на трафиковые, на локальные. Далее. У нас появляется вкладка статьи. Это те статьи, которые мы можем заказывать. То бишь, запрос, частотность, основной второстепенный ключ, статус статьи заказана, опубликована, размещена. То есть, это наш полноценный рабочий файл. Ну и, конечно, карта семантического ядра. Карта семантического ядра – это некий суперфайл, в котором у нас есть главная страница, title. То бишь, слева идут страницы, далее идут там title. Дальше идет запрос с частотностью, который будет использоваться на этой странице. И подразделы, соответственно, первый уровень, там второй, третий уровни и так далее. Вот так вот выглядит карта семантического ядра. Вот, запросы выпилил, частотность не выпилил, к примеру, да? И вот этот файл очень-очень поможет вам в работе. Поехали дальше. Как-то мне вы сказали, что я увидел в чате тему, что неплохо было бы проверять орфографию. Пожалуйста, вот вам ссылка на Яндекс Спелчек. Нет, Кристина, это не сложновато, это только на первый взгляд может показаться трудно. На самом деле все просто. Сложно дойти до этого файла, а когда он у вас уже есть, все легко. Итак, проверка орфографии, Яндекс Спелчек. Если вы хотите проверить орфографию на вашем сайте, потому что действительно Яндекс и Google пессимизируют за орфографические ошибки, то лучше использовать Яндекс Спелчек. Почему? Потому что вот этот вот Спелчек это тот самый вариант того, как видит Яндекс ваш сайт. Потому что некоторые слова для вас, скажем так, знакомые, Яндекс может воспринимать как ошибочные слова. Кидаете ссылку, он проверяет орфографию. Далее. Валидатор микроразметки. Мы сейчас говорим о плюшках. Когда я говорил о том, что есть плюшки, которые влияют на качество повышения, это, конечно же, микроразметка. Что же такое микроразметка, друзья, спросите вы? А я вам отвечу. Это специальное оформление, специальное оформление HTML,
которые Яндекс воспринимает как какую-то, например, карточку организации. Соответственно, если мы используем микроразметку, то эта микроразметка позволяет нам так или иначе улучшать нашу поисковую оптимизацию. Это еще один плюсик. Я говорил, только одной оптимизации можно достичь 100 с лишним плюсиков. Сейчас я забью один URL. Или не забью, не буду. Ладно. Показать, как анализируется микроразметка. Скажем так, если мы забиваем сюда какой-то кусочек кода или какой-то адрес, он нам показывает, как Яндекс интерпретирует эту микроразметку. Ну и, конечно, валидатор sitemap. Теперь, когда мы подошли к sitemap, я просто сейчас вам в чат перечислю такие показатели, которые должны быть на сайте. Это robots.txt. Robots.txt – это файл, который поясняет Яндексу, какие страницы надо индексировать, какие не надо. Это файл sitemap, то есть файл карты сайта. Это микроразметка. Метка, если мне не изменяет память, V-карт она называется, или H-карт. Вы сможете это нагуглить и посмотреть. Об этом пишет сам Яндекс. Дальше. В презентацию я вам дам. Вместе с видео вы посмотрите параметры хорошего сайта. Мы за это запомним с вами. Дальше. Хорошо на поисковую оптимизацию влияет наличие в Яндекс.Каталоге. H-карт. Спасибо, Максим. Это микроразметка от Яндекса. Все можно почитать в хелпе самого Яндекса. Вообще, друзья мои, самое большое количество информации в Яндексе, в Гугле, в хелпах. Ну не поленитесь, ну прочитайте, ну правда. Ну очень много полезностей, очень много интересностей. Вот, Яндекс.Каталог. ДМОС тоже хорошо влияет, но увлекаться не надо, в ДМОС сложно попасть. Про robots.txt сейчас дам ссылку, почитайте. Отличный ресурс, на котором можно почитать про robots.txt. А в Яндекс.Каталог можно попасть за деньги. Вот, поэтому это многое решает. Заработаете первый доход с низкочастотных запросов, с рекламы, и попадете, хотел сказать, в рай, но попадете в Яндекс.Каталог за, по-моему, там 12 или 13 тысяч. Ну что ж, Яндекс.Директ. Контекстная реклама влияет, но чуть-чуть. Правда, чуть-чуть. Но чуть-чуть влияет контекстная реклама. Ну, теперь, собственно, прикол. Прикол. Собственно, Google, да? Логотип знакомый? Отлично. Можете погуглить количество входящих ссылок. Домен молодой. Я так вот думаю, а много ли на нем текста? Вот если посмотреть все содержимое, то текста на нем почти что нет. Вообще. Текста почти что нет. К чему я это? Да, к тому, что... посмотрите внимательно на домен. Я кину вам эту ссылку в чат. Посмотрите на домен. И посмотрите на запрос Гугла и Яндекса. Абсолютно верно. Так название домена с вхождением ключа. Именно поэтому, когда эту фишку просекли, огромное количество доменов скупили с вхождением ключей. Скажем так, сложные запросы, реально сложные. Обучение программированию – это непростой запрос, поверьте мне. Самое главное – его правильно писать. Правильно делать транслитерацию. Огромное количество доменов, как только они выходят из песочницы, а мы можем позволить им выйти из песочницы при помощи чего? SMM. Как только они выходят из песочницы, пиу, и в топ. Просто пули, без ссылок, без текстов, без всего. Вот это вот такой вот небольшой маленький бонус. Поэтому бегом покупать домены по вашим запросам, которые еще пока не купили. И эта тема работала вчера, работает сегодня, работала месяц назад, работала год назад и будет работать и дальше. Самое точное вхождение – ваш домен. Транслитерации – вы в топе. Друзья мои, на сегодня все. Я надеюсь, что мы с вами видимся не последний раз.
Я очень надеюсь от вас увидеть плюсики. Плюсики, если урок понравился. Так, так, прошу прощения, выкинуло. Так, плюсики, 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 плюсики. Надеюсь, урок был интересный. Надеюсь, увидимся действительно не последний раз. Да, конечно, любитель плюсиков. Ну что ж, спасибо, друзья мои, за сегодняшний урок. Те, кто хотел файл карты семантического ядра, я выложу. Друзья мои, и небольшое напутствие. Небольшое напутствие для всех вас. Вот не разбегайтесь. Пару слов всего. Дорогие друзья, SEO-оптимизация, как и маркетинг, это один большой эксперимент. И никогда, ни при каких обстоятельствах вы не должны опускать руки. Вы должны экспериментировать, пробовать. Есть рабочие методы, есть рабочие варианты, которые позволяют продвинуть сайт в топ, начать зарабатывать и развиваться. Можно ли говорить о SEO часами без проблем? Можно ли сделать 5 курсов из SEO-оптимизации? Тоже можно. Потому что SEO-оптимизация – это опыт, практика и рабочие методы. Поэтому, друзья мои, я еще раз говорю, пробуйте, экспериментируйте. Хотите попробовать поставить какие-то заголовки так, какие-то заголовки сяк? Сейчас я отвечу на вопросы, я обещаю. А еще как-то экспериментируйте. Самое главное – это делать это постоянно. И все у вас обязательно получится. SEO – это очень большая тема. Друзья мои, экспериментируйте, пробуйте, и все будет супер. Я вам это 100% гарантирую. А самое важное, что развиваться в SEO можно как угодно. Есть замечательная тема веб-маркетинг, диджитал-маркетинг. Это просто чума. Это работа с веб-зеркалами, работа с лидогенерацией, контроль трафика, направление трафика, управление трафиком. Вот управление трафиком или дегенерация – это самая интересная тема в диджитал-маркетинге. Как вы, как кукольник в кукольном театре, управляете аудиторией, которая заходит на ваш сайт? Как вы ее направляете на нужные разделы вашего сайта? Маркетинг – это работа с аудиторией, это работа с покупками. SEO – это работа с вашим сайтом. Ну что, друзья мои, теперь, как правильно писал Вэл, вопросы из зала. А если у меня один индекс HTML, только картинка для входа, а с него ссылка на главную HTML, главную главу, то она всегда будет по странице. Да, юзайте индекс. Не надо делать main. Main не будет для вас главной страницей. Посмотрите, какое количество сайтов в таком формате в топе. Только PNG. Можно купить домен с вхождением ключа и поставить директ на основной сайт. Можно, но КПД с этого не будет. Я слышал, что поисковую оптимизацию сильно влияет оригинальность движка сайта. Так ли это? Чушь. А если пользователи не кликают по перелинкованным ссылкам, это на вес влияет? Частично, но не полностью. Если кликают, это хорошо. Не кликают, плохо. Ваше отношение к Adobe Muse и к подобным. Не люблю ли никакие генераторы кода? Если честно, мало что понял. Вопрос Владислава выше. Можно купить домен с вхождением ключа и поставить директ на основной сайт? Нет, нельзя, потому что самая важная фишка в том, что ваш транслитерический домен является коренным. На него все идет, а не переадресацией. Ссылки с главной на нужную страницу. Профит. Профит, но теряете вес на главной. Если крутите высокочастотник на главной странице, оставляйте его там. ТИЦ подробнее. ТИЦ пузомерка. ТИЦ это всего лишь показатель, сколько вас цитируют, сколько о вас рассказывают. Раньше ТИЦ очень сильно влиял на SEO. Сейчас ТИЦ на SEO не влияет никак. Можно перекрыть вложенность под доменами для поднятия УКГ. 2 года назад работало очень хорошо. Как сейчас не могу сказать, уже давно такого не делал. Вопрос по ЧПУ. Есть ли разница между транслитом и написанием URL? Что предпочесть? Транслитерацию. Именно транслит. Как понять, что сайт вышел из песочницы? Как только он начал появляться выше 50-й страницы? Можно коротко и понятнее, что такое SEO. Грин. SEO – это комплекс мер и работ над сайтом,
направленных на повышение позиции сайта в поисковой системе Яндекс и Google. Ну что ж, всем еще раз спасибо. Одна статья, один ключ оптимально. Одна статья, три ключа оптимально. Лендинги реально ли оптимизировать? Ссылку в Google показывал только что. Транслитерический домен и немножко грамотных тайтлов. Все окей. Как определить, на какой странице сайт? Есть огромное количество анализаторов. Тот же, там, не знаю, SEOLIP. Так. Бюджет, конечно. Бюджеты по SEO. Значит, смотрите. Бюджет, значит. Сейчас я напишу вам. 0 рублей. Так, сейчас. Я уже пишу, друзья мои. Уже пишу. Написал. Лендинг из топов студии. Я на него дал ссылку. Обучение программированию. 1, 2, 3, 4. Пожалуйста. Друзья мои, вот я один момент такой, вот это уже откровение, такой же момент скажу. Можно ли раскрутить сайт, не потратив на это ни копейки? Можно. Можно ли раскрутить сайт, как просит Алексис, под заказ, не вложив в это ни копейки? Можно. А все бабло ваше. Вперед! Деньги только тратятся на контент-менеджера и на заказ статей. Когда вы уже упираетесь впритык по сложным ВЧ и НЧ, тогда можно покупать ссылки с сайтов, которые продают вечные ссылки. Но не забывайте про контакты Facebook, про контакт Facebook, который позволяет вам получать фактически халявные линки и хорошие переходы. А психология т.д. это консультант или как? Если вы занимаетесь маркетингом, вы сами должны заниматься психологией поведения пользователя. Психосоматика покупки. Вот оно что. Друзья мои, я могу 6 часов рассказывать про SEO, потому что я не рассказал еще 1/30 материала, про который я могу рассказать. Просто, друзья мои, мы будем сидеть очень долго. И уже хочется спать. Уже хочется спать, потому что еще можно показывать, как парсить запросы, как работает кей-коллектор, как эти запросы собирать. Как эти запросы продвигать, как обрабатывать статью, как размещать в этой статье теги, работает ли Strong BEM, то есть синтаксическое выделение статей, как делать зеркала и блоки на страницах, как правильно сделать форму обратной связи, чтобы Яндекс ее лучше воспринимал, как сделать так, чтобы в Гугле сразу всплывала карта. Очень много чего можно рассказывать. Если у меня свободные материалы в доступе, скоро выйдет моя книга. Когда-нибудь. Я ее уже полгода выпускаю. Когда-нибудь она выйдет обязательно. Вот. Друзья мои, действительно не буду вас уже задерживать, потому что WebJunior это большой курс. Я думаю, что мы с вами еще увидимся. Я думаю, что буду присутствовать. Когда среда знаний про аналитики? Она была. Когда будет 6 томов? Когда-нибудь. И ссылка на 6-часовое видео. Оно не распространяется, не продается ни под каким вариантом. Всем спасибо, друзья мои. Всем хорошего вечера. Запись будет. Экспериментируйте, работайте. Я с большим удовольствием для вас рассказал за 2 часа сжато и по максимуму. Всем пока.